Привет, начинаю новый влог. Как обещала, я сейчас еду на фестиваль и сейчас покажу, сколько всего у меня получилось, что я беру с собой. Это помимо того, что еще я взяла у папы своего столик раскладной и стульчик, чтобы, если вдруг понадобится, можно было там присесть. Смотрите, это не считается. Здесь картины. Это бабушка дала села сумку, я туда уже картины положила. В общем, быстро нашла применение. Вот это все картины. Там в два ряда. Полочка, чтобы выставить картины на столике. Это открытки. Стенд под открытки. Бумага, чтобы упаковывать картины. Здесь пакеты подарочные. Еще какие-то там ножницы. Все такое вот. Ценники. Все вот это вот едет со мной на фестиваль. Так что сейчас вам покажу, как это все организуется в красивый стенд. Мы уже собрались, едем. Это мой папа. Юра остался с Тимурчиком, чтобы не брать его на фестиваль, потому что там целый день было ему тяжело. Они чуть позже приедут и с нами еще там погуляют. Приезжаем после вот этого нового мостика, который построили, с очень красивым видом. Машину, правда, трясет, поедем по площадке. Как раз мы уже подъезжаем к этому празднику костерно. И здесь сейчас будет видно, но не будет видно здесь прозрачную крышу. Ой, прозрачный пол в мостике. Видите, здесь очень громко музыка, потому что сцена рядом. За мной мои картины. Вот, так много. Сейчас я вам покажу стенд с стороны покупателя. Так, смотрите, вот мой стенд. Это вот открытки я выставила. Тут у меня разные сюжеты. Так, а здесь у меня на столике тоже лежат открытки и некоторые картины, и плюс картины висят. Еще у меня вот такие вот красивые визиточки, все их очень любят брать, как открытка маленькая. Все-все-все это картины. И вот это. Новый день, и как я говорила, что после фестиваля я отложу свои картины на две новые выставки. Фестиваль много не снимала, потому что было очень-очень шумно. Но вы сами слышали, как там сильно играла музыка. Сейчас я привезла уже картины во вторую галерею. Вот она написана. Мастерская галерея. Это находится на Троищине, на Драйзера 6. И здесь будет около месяца выставка совместно с другими художниками. И вчера я привезла еще картины, но они были такие тяжелые, что даже ничего не снимала. В другой район Киева. В общем, в этой галерее, надеюсь, удастся поснимать, потому что я еще собираюсь пойти на открытие, которое будет через несколько дней. А вот мои картины. Тут около 15 работ. Нет, даже больше. Картины я оставляю. Здесь маленькие киевские пейзажи. Вот это вот с золотой паталью картина. Вот она переливается под разными углами. И вот такие вот маки. А тут вот разные киевские пейзажи. Андреевский спуск. Почтовая площадь с фуникулером. Контрактовая. Тоже почтовая. В общем, разные. У кого получится, приходите обязательно. Будут интересные. Вот уже ребята привезли еще другие картины. А дальше я иду за Тимурчиком, потому что он сейчас гуляет с моей мамой. Я в Деснянском парке. Это Деснянская администрация. Тут вот такой небольшой парк перед кинотеатром Флоренция. Ну, а дальше там еще очень-очень много парка. И почему мы сюда приезжаем? Потому что здесь есть аттракционы для деток. Они мальчика, конечно, как и любой другой ребенок, очень сильно любит. Я взяла уже в магазине мороженое, чтобы Тимурчик точно согласился ехать домой. Потому что аттракционы... Уже он все перепробовал, а надо как-то его уговорить поехать домой. Это самый лучший способ. Такое я взяла мороженое, потому что оно в стаканчике, я смогу его донести. Это первое. Ой, мне кажется, нет фокуса. И вот такое второе тирамису. Долго искала к немножечки в магазине, потом оказалось, что здесь мелким шрифтом написано, что они есть внутри. Ладно, фокус мой не хочет наводиться. В общем, пойду отнесу им уже. Сколько тут аттракционов и паровозики, там много машинок, батуты. И вот там вот еще
возле этого обелиска еще тоже эти машинки, которые Тимур, конечно, обожает. И вот тут поставили такое развлечение. Я видела в Парке Победы уже его, и вот здесь тоже, чтобы освежаться, очень классная штучка. Дети, конечно, там полностью мокрые уже. Привет, привет, мой хороший, ты нахулялся? Привет, мой любимый. Сегодня день открытия выставки, я уже в галерее, здесь понемногу собираются люди, но еще не начало, еще не открытие. И здесь уже висит вот эти две мои картины, все остальные сейчас я покажу еще в другом месте. Поэтому приглашаю вас на просмотр. Так, это вот такие вот здесь картины. Вот моя вот так вот переливается под разными углами. И вот эти вот маки, тоже моя картина, конечно, немножко, о, так лучше стал. Так, и сейчас вам покажу еще других несколько работ. Здесь вот под стеклом тоже лежат работы, мои маленькие киевские пейзажи. Отсвечивают немного стеклом. Вот, решили их, наверное, не вешать на стену, потому что они маленькие, в композицию, а положить в тумбу. Общая атмосфера на выставке, люди подтягиваются понемногу. В общей сложности выставка будет длиться около 3 недель, до 5 июля. Вот такие работы. Акварельная. Портрет. Почему-то без подписи, непонятно, что это.